Начали штаб с самой наболевшей темы последней недели – гололеда. Многочисленные жалобы населения по поводу очистки дворовых территорий, крыш, от снега, от наледи, то есть ходить невозможно. Помимо гололеда, все коммунальные службы обязаны дочистить крыши, на которых остались снег и наледь. Каждая управляющая компания получила персональное задание исправить недостатки, которые выявила выездная комиссия. По адресам Ленина 14, не расчищен от наледи Калинин, внутриквартальная дорога, 14 дом по Ленину. И территория подходной арки не очищена от наледи, не произведена россыпь ПСС. Значит, вот вам замечания, они у вас есть, значит, прошу устранить. Завтра проверку мы проведем. В городе за последнюю неделю произошло 4 отключения на теплосетях. Все аварийные ситуации были устранены в установленные нормативами сроки. Особое внимание администрация города обратила и на предстоящие выходные дни. Каждая управляющая компания должна организовать дежурство на празднике для оперативного реагирования на любые ситуации. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов. Наше время.